России, она, я не буду говорить слово «постарела», стала значительно старше. Загоев! Да! Да, Алан! Да! Ну, наконец-то! 1-0! 1-0 мы забиваем, очень важный мяч! На 70-й минуте встречи Алан Загоев! 1-0 в пользу сборной России! Рикошет был. Я чувствую, штраф мы сегодня наберем. Будь здоров. Дюрец под мяч подставился.